Здорово, чуваки, сегодня смотрим Кубок МЦ, Млечный против Отто, своего рода реванш, да, раньше у них был, грубо говоря, аудио батл, да, такой, тоже Кубок, да, проводил это, по-моему. Я ставлю все-таки на Отто, опыта у него сейчас побольше, Млечный там чуть-чуть потерялся в медиафутболе, чуть там, меньше батли, соответственно, за счет опыта должен вывести сейчас Отто. Let's go, ну, свежее он должен быть, как мне кажется, поэтому let's go. Акция, реакция, пара-па-па-пам. Млечный начинает. Let's go. Не слышит его. Чё за биток? Салют, пиздюк, нихуя бы за год ты так возмужал, хотел попиздиться, а чё, может сразу прям на ножах меняем вести. Отсылка, да, к прошлому батлу? Не так. Здорово, мелкий хуесос, у меня вопрос, как ты самый пёс не допёр за четвёртый год? Хорош. Я достаю нос без очков, вижу вас насквозь. Один брос и весь колхоз превратится в дождь и звезд. Дайте мне мишлен и бюджет. Они пришли покушать, но я вижу в них жертв. Сделаю красиво, не запачкав манжет. Но этот повар на битах стелит, как мастер-шеф. Целомуля, мозг, ёбнув десна. Подсыт плотским мозгом, рабы замутить. Плотно, плотно, плотно. Этот токсик, что хотел, как гостинг. Ёбнется, как Бритни, не отсилит травму. Полурослый хочет версии в доску. Нахуй честь и совесть, так желает славу. Он то гостинг часто мутит, вот и он не лижет жопы. Это ахигао. Этот мерзкий фрота хочет персии. Ну да, тебе с ним поиграть, когда выйду на пенсию. Как у ваших стада играют со своими, как атлетик из Бильбао. Малый повзрослел, но не придумал, как же жить. Сережки, брови, ногти, только чтобы их не грызть. Отмазка, заебись, как ты отсеешься меняться. Скоро Отто дает в жопу, только чтоб не обосраться. Говоришь, что те, кто любит батл, твои фаны. Таких нарциссов я не видел даже, бля, все точно. Чуть-чуть прожевывай, блядь. Снова на батл, три раунда, еблана, не отпишутся, все точно. Я бы закончил первый, но мне мало. Тебя впереди ждет шторм на 10 баллов. Я выбрал долгий путь с подземелья и подвала. Ты выбрал долгий путь прямиком до Казахстана. Хуесос. Сказал мне этот уебан с онлайна. Потом летай, пиздел, что Вокити вышел в окно после их батла. Наверное, и Обик прикончил Картрайта. Маленький киллер, ебать стыдопа. Вы можете сколько угодно болтать, но только лишь я батлил с ними двумя. Так ой, что, бля, лавина, жестко, жестко, жестко. R.A.P, пацаны. Хочешь реку нареву тебе такую, что тебя выловят под Питером частями после дальнего плавания. Хотел попиздеть на оффлайне, но ты вряд ли готов таким схваткам. Так что какие победы на батлах, если ты даже ни разу не батлил. Батлил! Хорошо, закончил, хорошо. Бля, как он плотно рифмует. Та-т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 а. Бля, ну точечные удары были, конечно, да. Прикольно про Мастершефа там было. Прикольно про Энди Картрайтера. Про Волки Тим. Долгий путь до Казахстана, очень круто. Ну, сейчас посмотрим, чем ответит. Ну, пока мне нравится. Мне нравится, хороший раунд. Вообще, рогатончик, да, сначала такой, и потом чисто врыв. Окей. Ты занудный, слово бога. Пицца лупа, но мне похуй. Странный залет, да? Весь твой рэп ебано звучит. Это расклад на пиздата звучит. Бля, не сказал бы. Скажу дважды, скажу дважды. Пошел нахуй, пошел нахуй. Тебя знали и забыли. Окей. Блять, чё? Вызов принят. Сейчас научу тебя рифмовать, пока ты будешь снова яро зачитывать. Во-во-во, вот это уже хорошо. Ты попытался делать так, не смог бы так никогда. Твой рэп ебала для пытанных пидорасов с обидами на весь мир. Конченый бит-а-лайк. Твоя победа, бред, это сам это признавал. Я докажу, что битва только случайность, я не талант нахуй. Случайность, окей. Литры воды под рифму, но ты будешь пригорать. Куда, блядь, как гриппа, какая нахуй интрига. Я избранный, вся моя круг, как электорат. Разрешаю прикоснуться к моим дарам, чтобы ты понял навсегда, что мой рэп это им баланс. Перебежки хорошие. Залетая конфета, буду присукали давать в интернат. Тёмы на раны, блядь, ты битый брак. Верну Млечный путь обратно, как ретроград. Вникни нахуй. Пока затвори мне в глаза. И ты три раза отсосёшь, как будто тут три галата. Фрик ебаный, как никак власть со мной выйти в пару. Гиблый план, за это добли, это придала. Ой, блядь, блядь. Для того, чтобы нести недоразвитый клоун. Неповторимый вайб. Неповторимый вайб, только сбился, блядь. Блин, но не Питер, парни, обидно, да, но ты сам в этом виноват. Да, выиграть, не выиграть зал. Я давно победитель, тут в твоих глазах. Извини, но ты меня не вывезешь, будто я микрозайм. Блядь, ну...
Все испортило общее впечатление сбивка, конечно, блядь. Неповторимый вайб, это точно. Так, давайте по порядку. Млечный, да? То есть, начинается с отсылки к прошлому батлу. У них был аудио-батл, напоминаю, да? В котором победил Млечный. Потом начинается плотная рифмовка. Вот это, здорово, мелкий пес, у меня вопрос, что ты не дорос. Ну, то есть, акцентированно начинает раскидывать. Но, опять же, рифмует не так уж сложными рифмами. Все на поверхности, вот. Чуть-чуть зажевывает, портит впечатление это. Но, тем не менее... Нормально, сойдет. Этот мастер на битах стелит как мастер-шеф, да, то есть мастер-шеф, кринжовый такой персонаж русского рэпа, да, то есть мастер-повар, тут игра вот такая, типа повар, это Отто, да, по-моему, вот, лижет жопу Ахигао, то есть такие, блядь, в толпу идет, про перстень, пенсию тоже такое, ничего, опять же говорю, рифмовка простая, вот, но подает уверенно, за счет этого это как бы толпе заходит. Схема прикольная про волки Энди Картрайдера, да, то есть вы говорите, что типа он ушел из-за того, что я его так забатлил, но чуваки, я батлил с ними двоими, их больше нет живых, R.I.P. как бы, схема жесткая, но... Это батл рэп, чуваки. Вот реку на реву, что тебя в ней найдут, тут отсылка к Эмили. Неудивительно, блять. Вот. Про офлайн неплохо, да, отсылка к гуновному. Типа, ты ни разу не батлил офлайн, ты вообще ни разу не батлил, да, то есть, окей. По поводу Отто, типа, общее впечатление сразу ломается за счет сбивок. Сперва мне не понравился залет, но потом я понял, к чему он был, грубо говоря, притянут, да, то, что он начинает на больших пробелах заходить, и все такие думают, да что за херня, и потом он залетает, и вот это ожидание реально срабатывает, и толпа орет, окей. То есть более точечный был Млечный. Тут точечные удары идут, то, что в прошлый раз я докажу, что тебе это была случайность, и потом то, что ты меня не вывезешь как микрозайм. Остальное, либо из-за сбивок мы не услышали, да, но остальное такое поверхностное идет. Ну, вот эти вот все его репрезенты, типа, ты бы не смог так никогда, неповторимый вайб, это все обнулилось за счет сбивки, поэтому, ну, я не знаю, что тут обсуждать. Да, возможно, разноплановая подача более Отто, но, блядь, так нельзя. Акция, реакция, пара-па-па-пам. Че, погнали, второй раунд. Короче, да, он работал поваром, но у меня тоже были тяжелые времена жизни, я тоже много где работал, и я тоже, блядь, работал поваром, нахуй. Поэтому я могу спросить у этого пиздюка, как с коллеги, блядь. Окей. Повар спрашивает повара, почему твой батл рэп хуёво приготовленный? Нет новых рецептов, каждый раунд по ТЗ. Сука, Владислава, я не слышу хруст безе. Эй, все, повар спрашивает повара, какова твоя профессия? Бля, мне не нравится припев пока. Хук, не запоминающий такой. Отсылка на мем, но, блядь, не знаю. Я не слышу хруст безе. Владик тебя любит больше мамы, но старается казаться типа на одной волне с народом. Хм-хм. Отто кончил шаву и схавал с огромным кайфом из зеркала дома полуголым. Хм-хм. После пару раз тебе кончил на морду, теперь всем понятно, куда делись брови. Ты не понял, если посчитал этот куплетик смелым. Я не лилипут, и мне легко трактуется Гулливеров. Эй, Владик хитовый, теперь твои батлы как блюдо для мозга. Через 5 лет мы вместе посмотрим на них, как на видео у Юли Высоцкой. Mm-hmm. Вот не надо хорошо. Вопросов и лишних фраз. Не сосали 3 тёлки, лишь пара глаз. Но нахуя мне 3 тёлки, когда эта швабра возьмет мой хуй в рот 3-й раз? Второй раз, нет? Каждый новый батл ты делаешь то же самое, но в зале опять биток. Я убрал еблю из раунда Влада, после все послушал, остался только пустой биток. Нахуй мне платить ставки, было, нет? Когда в кармане и без них сейчас спокойненько лежит биток. Сука, как же тебя задело, когда я тебе сказал, что ты не нырнешь, кипяток. Угу. Ты трепетно делал грязь, как ебанутая, сука, притечки, делая все лишь в отместку. Я докажу Млечному, что могу отъебать Эмилевскую. Не пытайся мне что-то доказывать, ебаный Вася. Бля, бедная Эмили там стоит, обтекает. Из сказки въебаться, когда я селка, это классика, ты прыгаешь, как, блядь, по классикам. Эй, Лема, у меня проблема, я хочу ебаться и направо, и налево. Бля, хорош. Проблема, хорош, хорош. Лучше сделай еще онлик, чтобы было что покушать. Про буст, да? Мне так непонятно, как можно с ебальника бабла перепрыгнуть на Отто. Это как прыгнуть с комара на Рину Логан. Как если бы Меган Фокс тусила не с тем GK, а с Кадрашовым. Закрути 500 романов, как тарелки диджей. Раньше кровь была из носа, теперь кровь из ушей. Я не лезу в твою личную жизнь, ты ее вываливаешь. Кончится внимание, пососетесь перед камерой. Ты вроде не хотел ему ебаного баттера. Все, пробил, пробил, видели реакцию, да? У вас даже есть семейный рецепт. Ты собираешь шины рэперов, как коллекционер, сука, я тонущу. Нахуй мне баттл с ебаным овощем, что выглядит как тонущий баттл, моля от помощи. Тебе придет себя после баттла, но не верю в эту пару, как пару джараков клава, бич. Бля, хорош, хорош, схема по Эмили прекрасна. Стой, стой, не выключай, не выключай, не выключай.
Давайте все вместе нахуй. Повар спрашивает повара, почему твой батл рэп хуёво приготовлен. Бля, не нравится мне припев, пиздец. Каждый раунд по ТЗ. Посмотри это. Сука, Владислава, я не слышу хруст. Бизе. О, блядь. Сука, он еще так подает, пиздец. Почему твой рэп так хуёво приготовленный? Нет новых рецептов, каждый раунд по ТЗ. Сука, Владислава, я не слышу хруст. Бизе. Бля, не знаю, припев. Ну, как раунд, хорошо. Типа, блядь, раскладка про Бамблбизи, перепрыгнуть с Камара на Логан, да, типа, окей. Про нечего есть, давай сделаем OnlyFans тоже, да, на буст, типа, окей. Друзья, мало, конечно, как линия атаки, но, блядь, раскрыл он ее хорошо. Много кто кидал ему за это, да, Ота, но вот это прям раскрыто шоу, максимально. Ну, припев Ота. Хук мимо меня. Давай посмотрим, что ответит. Как, кстати, вступает всегда позже, да? Бать, что это? Ебать, у нас путь интересный. Батлы типа там Баста, Тимати, телевизоры, песни, пиздец. Мы старались не быть такими, как все, побеждали. И все ради ебучего перстня. Окей. Ты кричал, дайте мне тайтл. Докажу всем, что мой скилл на равных с Анной Голум. Можешь отгрызть мне палец, забирай кольцо. Я тебя скину в лаву, бич. Властелин колец. Ты не готов ответить, ведь один куплет пока оглеит, Ваня. Хорошо. Ты оправданный риск. Из тебя батл рэпер, как из меня футболист. УКТМ, гадкий утенок. Батлы заебали, все никак не уйдет он. Млечный путь — это космос. Но ты даже как млечный, блять, непутевый. Мой путь либо опаздывать, либо рано. Выслушать и вынести каждого вне формата. Ты 10-й год в батл рэпе, но настолько убожество, что даже я, сука, не был твоим фанатом. Я настолько выше, что сам уже как пример. Фаны кумиры все тяжелится. Самое пиздатое, что ты сделал в жизни, это пием. Ах да, еще Ваня женился. Короче, на последнем батле ты сказал: первый на битах, будто на льду Овечкин. А я не первый на твоей жене. Будто я млечный, Ваня, сейчас поднапрягся. Ууу, грязно, грязно. Почему твоя жена уйдет ко мне, друже? Она натрахалась вдоволь со своим футболистом. Теперь ей хочется стабильности, хочется кушать. Ууу, Макс Корж, мотылек. Ответ, слать мне в директ. Блять, угадайте, какой долбоеб на свадьбе зачитал невесте свой свадебный рэп. Че в натуре? Даже не лайв, автотюн, бэки читает по плюс. Это мразь, ты не вывез жену. Какой тебе тайтл, если б ты читал лайвом, свадьба бы сорвалась. Но с тёлками сразу не срослось. Что не лишнее слово, то сцена. Он довел Айзу до слез. Ты чё там не оплатил алименты для Сэма? Сука, okay. Ты сказал, что она не шарит в рэпе. Братка, да бог, твоя жена тоже не шарит в рэпе. Блять, предлагаю запиздить ее толпой. А, вот читает про женщин, проеблю. Сейчас будет ответ. У меня за все батлы про это 33 строчки. У моих оппонентов 82. Так что неважно, кого я там уводил. Ваша предъява мимо меня тупо летит. Отъебитесь нахуй, я ебусь в 3 раза меньше, блять, чем вы думаете. Хорошо. Телютанчон, дабы сутиль всегда утанчен. Я бы по старинке рассказал сказку, но это ты, Иван, и так дурачок. Ладно, кто, блядь? Иван, дурачок, окей. Блядь, оппонент, тоже мне лакомый кусок. Если бы мы батлили онлайн, ты бы заплакал хуй сос, раунд. Окей. Бля, я в шоке, что он не сбился, собрался, да, после такого первого раунда обычно опускаются руки, но здесь молодец. А я здесь отдам с минимальным преимуществом Ота, за что? За то, что он был более разноплановый, больше панчей, как мне показалось, точечных, да. То есть у Млечного хорошо, да, вот эта линия атаки по Эмили, мне очень понравилось, как он раскрыл, припев мне вообще не понравился, про трех телок было прикольно, то, что если убрать всех... темы тёлок с его раундов, то останется просто бит. Окей. А, сделал он лик, чтобы покушать, да. Вот, ну, про Юлию Высоцкую очень хорошо, да. Тоже, знаете, видосы вот эти, как она готовит, не очень хорошо. И спустя 5 лет мы это видим, и то же самое он сравнил с батлами. Окей. Вот, но... У Отто было более мелодично, более разноплановое, я говорю, более линия атак была больше. Там про Айзу, про предъявы насчет баб, он перекрылся круто, посчитав строчки. Может пиздить? Нет, но подано интересно. А ссылка на общий путь ради перстня. Кто-то уже так делал, да, типа я прошел этот путь для того, чтобы батлиться здесь с тобой, типа, блядь, тут то же самое, только про перстень. Вот, схема про первый на бите, как Овечкин, там, типа, и про свадьбу, вот этот рэп на свадьбе, блядь, это про Макса Кар. Ржа мотылек, очень круто. Вот, круто, до конца идет, поэтому отдаем ему балл, 1-1, все решит третий раунд. Акция
реакция, пара-па-па-пам. Ну что, погнали, финальный раунд. Кто здесь выиграет в этом раунде, тому я отдам как бы победу в этом батле. Тут уже хуй потанцуешь, конечно, блядь. Эй, эй. Цену эту ношу, будто навозный жук. Батл рэп сдохнет лишь, когда я скажу. Батлю разгон, чтоб про батлы узнали люди. А ты бэт лишь каждый месяц, иначе тебя не будет. Нам не плакать. Ой, хорошо. Мало нет смысла налупаться. Когда я первый раз батлил, ты еще не поебался. Эй. Время расправы наступило. Я отменю тебя, как батл алфавит Голкила. Твоя страна, что, был такой батл, да? Противно пиздеть, как силовиком. Зато не стыдно кинуть бабки за права, если едешь бухой. Я верю в карму, а значит, тот-то покойник. Я надеюсь, эту дурю ебаната отобьет отбойник. Дрожит от страха, но мне страшно. Чему может научить ебанутый поц? Под алкашкой нацепил себе корону. Домик, она бумажная. Он гордится сносом шума в офлайне. Я это сделал дважды. Лицемерие, ты падлишь, как поликалом. Твои сельские предъявы изрядно подзаебали. Ты же сам колхозник с Харпа. Даже не с Алихарда. С населением в 5К, как гонорар за твои батлы. Там есть 5K, полярная, okay. Сова, это тюрьма. Там маньяки, террористы, там отличная семья. Прыгни еще за руль бухой. Появится повод съездить домой. Ой, чё, хорошо, чё, схему закрутил. Бэнк, дели как сват, там калду, Suicide Squad. Это город Москва, чек, но стандарт. Вас нагибает фрешблат. Еще один бездарный оппонент. Думал, чем-то удивит, но нет. Мой футбол, ебетый батл рэп. Мой батл рэп, ебетый батл рэп. Я не вышел с тобой, ебетый тайтл. Круче на месте, буду перепутал велодровый сайкл. Не даришь мод, дизайнер. Я ношу эмку, ты ее дадешь в забавку. Да, чуть-чуть прожевывай, конечно. Я главный босс, ты иголки запитиствовал. Но хоть конца меня, это наглый спам. Я веду кросс по битам, как ты в Казахстан. Могу в догонку накинуть 300 барсов. Предрагали драться с собой, но чё-то ты отказался. Риф побес тебя подпиздил. Даже не сомневайся, у вас разница 30-ка. Ты 30 раз обоссался, okay. Хотел за мной попиздиться, нахуй мне трогать тело. Ёбнуть после батла, но это не ваше дело. ММА, пипи, ММА, да? Раны, но не смертельно. Ты не бэтлер, если, сука, не бэтлся акапельно. Эй, Ивай там, смотри, смотри, готовит его. Эмили, так не расстраивайся. Бля, хороший раунд. Я батлю раз в год, чтобы, типа, напомнить про батлы. Ты батлишься каждую неделю, чтобы, блядь, тебя не забыли, окей. Про бухой за рулем сильная схема там была. Разгодка очень крутая. Типа, вылетаю на старт, дели мой сквад, это город Москва. Не очень качественно, окей, но завел топу. Пробой с Абой, рифмобесом, очень круто. Давай так, а мы же батлились акапельно, получается, батл-рэпер, нет? Что ты? Мы же батлились акапельно. Ты говоришь, ты не батлился акапельно, значит, ты не батл-рэпер? Ты телевизионный рэпер, получается. А, понял, да, понял. Давай. А, не батлили на песне, что ли? Везде ложь, брат. А. Окей. Брат, трушечку у тебя, конечно, опять, как обычно. Не, я так не умею. А. Впервые пока писал, не испытывал тремор. Шлю тебя нахуй, как менеджер Эма. Каждый из нас заслужил титул, но ты из-за количества лет в рэпе, а я из-за рэпа. Блять. Ты меня понял? Ведь я из тех, кто без устали давал батла мясо и бони. О. Мне не важен был бут или пас плаката, мы в одной бойне. Нет, моя жизнь без устали, пропаганда, а ты не на поле. Нет, ну колени трясут, ты как от подката. Хули твой песня, твой хип-хоп. А сестра против и ждать твой стимул всем знаком и подход. А моя победа не закроет кештат. Нет, я не привык побеждать. За твой стил тянутых вниз. Для тебя титул, способ закончить. Для меня титул, титульный лист, только начало. Я не утону и стопнут, я не успокоюсь, пока все батл рэпи не сдохнут. Ой, агрессия пошла. Я чувствую вкус золы, ведь ты запомнился людям, потому что нахуй все забыл. А, ну окей. Хватит, правда, каждый батл, ладно, драма рядом с тобой. Даже клава права, так больше батла мне. Ой, хорошо. И кто витает, и тут нам закажут Ваню. Даже без инструментов, блядь, моя музыка живая. Ты здесь на время, чтобы напомнить о себе. Для тебя батлы, план Б, но ты не видел батлов. План Б, да мы все тут друзья. План Б, окей. Каждый выход гран-при, скажу кукиш пи. Да раз, что в батл-рэпе был конфликт. Со мной барс, что легко задрет вас. Сегодня за кропаль, завтра прайс. Пока ты пел за блок, за глок, я смог взять. О, хорошо. На-на-на-на-на-на-на. Не на себе, ты там признавался в грехах, но так и не смог признаться себе. А, у Вани плохая память, все оправдан. Ваня точно бы разъебался, если бы готовился к батлам. Ты жалок, придется смириться с этим фактом. Если б не забывал тех, ты б все равно всем проебал там, сука. От маски уровня детсад. Ваня не забыл панчлайн, но он забыл их написать. Ой, вот это хорошо. Чачок, это база, блядь. Твой гость наберутся стягивать, ведь его стыдно показывать, а? Ранимый, что всегда пиздит за обман. Хотел пару, похоронила, но ты сам себя закопал. Мусти для тебя дихлопоз. От таракана в твоей голове. Вот ты выиграет, да не вопрос. Млечный выиграет, да не ответ. А. Досы, дойте батла. Если ты уйдешь из батлов, то всем будет очень похуй. Правда. Ты так, да, где-то около. Для тебя батл, блядь, это что такое? Ты всегда где-то около, ты любитель.
Питер. Про футбол, да? Я лишь заурядный любитель. Людям нравится образ простачка, но я бдительный, чем все зрители. Могу видеть все, что внутри тебя. Сногсшибательный, но пустой, как бутылка на митинге. А угу, ты вроде тогда как, попай на шпинат. Ты хотел свой финал, нет, ты похуй на ваш финал. Ты ярко сияешь, фан-база вся тупо слепнет. Ты долго загибал пальцы, осталось загнуть последний раунд. Ой, блядь, ну не знаю, чуваки, не знаю. То есть, возможно, если бы чисто исполнил Отто третий раунд, я бы, наверное, с небольшим перевесом отдал бы Отто. Опять же, за разноплановость, за больше, как бы, панчлайнов, направленные в разные линии атаки. Но, мне кажется, более убедительней в этом батле был Млечный. То есть, Отто хорошие вот эти линии, колени трясутся как от подката, то есть, линия про около футбол очень круто. А дальше вот начинает он как-то, блядь, невнятно говорить, вот за счет этого забываний, что-то там закрыть гельштадт. То есть оба исполнили криво, но максимально криво исполнил Отто, как по мне. Очень крутая вставка вот эта. Пока ты пел за блок, я смог взять все, вот прикольно это было. То есть исполнение вообще вопросов нет. Но вот что касаемо текста, так как мы его полностью не услышали, мы не можем как бы дать ему оценку. Про то, что я услышал, блядь, опять же, глупо предъявлять Млечному про то, что он забывает текст, когда ты сам на этом батле в двух раундах, блядь, максимально его забываешь. Вот. Прикольно сравнить с Клавой Бравой, да, то, что у него больше, типа, содержания, чем у тебя. Ты не забыл панчлайны, ты просто забыл их написать. Пустой, как бутылка на митинге. Ну, ребят, короче, не знаю. Как по мне, ну, тут по-другому никак. Типа, Млечный победил.